Для бесплатной парковки транспортного средства под знаком «Инвалид» гражданам теперь необходимо оформить разрешение, сообщает отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Магаданской области. Сделать это можно онлайн через личный кабинет на портале госуслуг, на сайте Федерального реестра инвалидов или лично в МФЦ. Занести данные необходимо до 31 декабря этого года. Бесплатно оформить парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его. Также и на транспортное средство, в котором едет ребенок-инвалид. Бесплатная парковка предоставляется и людям с ограниченной способностью самостоятельного передвижения. Чтобы внести автомобиль в реестр, необходимо указать номер транспортного средства, выбрать марку машины из перечня и указать период для использования парковки. Внесенные данные о транспортном средстве появляются в базе уже через 15 минут. За человеком одновременно может быть закреплено только одно транспортное средство для бесплатной парковки. При этом один и тот же автомобиль может быть закреплен сразу за несколькими гражданами с инвалидностью.